сегодня настоящий шторм. Внезапно валил дождь. Я думаю, я нашел место, где он прыскал. Блин, Витя, да что так близко? Вот это наша яхтенная стиральная машинка. Витя разобрал пол. Сейчас будет торчать сюда к нам. Мы вниз подойдем туда и встанем. Помочь. Ты так уже оторвал. Что? Ой. Олежа. Козявка. Козявка. Бу. Бу. Витя разобрал пол. Это уже становится традиционным для нас. Дайте мне эту самую ключики. Для того, чтобы посмотреть, что же там все-таки с нашей системой охлаждения. Мама. Алия. Я думаю, я нашел место, где он прыскал. Где? Ну, тут трубочку, я там ослаблял ее, пытался снять, а потом не затянул обратно. И прям он там весь мог? Олеж, прекрати. Ну, что, он под давлением ведь находится, температура высокая. Понятно. Мяу. Олег, смотри, там баржа проходит. Где? А вон сейчас будет, ее еще не видно. Чего? А мы на якорном рейде, который находится на судовом ходу. Сухогруз это. Дочь? Ну, видишь, щебень. А почему он египетские пирамиды возит? Это, ну, какой-то ну, минерал. Либо песок, либо щебень. Что-то сыпучее. Да, что-то сыпучее. Да. У нас за почти что 2 недели экспедиции накопилась целая гора грязных вещей. Конечно, что-то стирали руками, но у нас стиральная машинка, и у нас на яхте такая есть. Сейчас я с вами поделюсь. Итак, барам! Вот это наша яхтенная стиральная машинка. Канистра с большим горлышком. Этот способ стирки, который я вам сейчас продемонстрирую, я подсмотрела на форуме водомоторников. Ребята очень хвалили. Сейчас проверим. Я очень рассчитываю на него, если честно, потому что на детей уже нечего надеть. Я наполнила примерно половину канистры воды. Сейчас залью сюда биоразлагаемое средство для стирки. Надеюсь, оно действительно биоразлагаемое, как заявляет производитель. И загружу одежду. Не знаю точно, сколько его нужно лить, но надеюсь, хватит. Я загрузила туда вещи потемнее для первого раза. Сейчас они чуть-чуть постоят, а потом вы увидите потом, что мы будем делать с этой стиральной машинкой. Не переключайтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. Мы всегда рады единомышленникам.
совсем чуть-чуть. Сколько половина? Меньше. Здесь на тоне. Должна прыгать на волнах. На волнах. Сейчас нас качнет. Блин, Белл, держись. Так, проходим. Не нравится нам эта тучка. Очень не нравится. Ветрище из-под него дует. И похоже, где-то уже полощет дождик. Это что-то невероятное, не туча. Валил дождь. Мы с Витей облачились в нетромы. Витя еще насыгнулся по самой не балуйся. Как будто бы ему холодно. На самом деле Витя теплый. Thank you.
тебя за сегодня. Он добил свою шапку и мою шапку. Только что. Это ветер. Нет, Витя, это Витя. На ветер все могут свалить. А ты что смеешься, Белла? Ты свою утопила. Еще на Ладожском канале. Это ветер. У нас не осталось ни одной бейсболки, блин, на всю семью. Что за фигня? Друзья, ветер дует зачетный. Нас то и дело кренит. Обрызгивает водой. Хорошо, что тепло. Когда тепло, под холодным душем приятно. Как вы ее вязали? Это должен кто-то поуправлять, а я завяжу. Витя похож на фараона, правда же? Ну вот. Муж последнюю чистую футболку перевел на бандану. Зато зачетная с якорями. Видите, как готовился. А ты что смеешься? Ты сама с футболкой на голове сидишь. Смотри, чтоб не улетела. Буи, створы, повороты. Ну, после Ладоги на Свире скучновато, конечно. А что на Ладоге? Так его отключила и идешь, там никого не видно. Ни берегов, ни кораблей. Волны. Корабли ночью, я когда ночью вахтила, я вглядывалась, корабли видела, эти знаки опасности, их лампочки. Ну везде свои прелести, зато здесь хорошо, тепло, спокойненько так идем. Не кренит, не раскачивает, хотя на волнах мы подпрыгнули так, что у кошки вода перевернулась. Ветер то есть, то стухает. Видимо, отошли достаточно далеко от Ладоги, поэтому здесь уже спокойнее. А тучек просто нет, есть чего надувать. Тучки ушли в Ладогу из Твери, судя по направлению. Выгляжу как все, в кофте, правда, мою было проще завязать, так как она с длинными рукавами. Против течения.
приготовленного? Нет. Освежиться, получайте. Что? Чего ешь? Ну, если мне хватит, то... Все, ребят, может, публика закончится. Ветер остался, но дождя уже нет. Дождь кончился? Да вроде да, уже не капает. Он налетел и все. Дождя как и не было. Правда, солнышко еще не вышло. Он был настолько горизонтальный, что особо даже в яхты сидушки не намочил. Это не грязные еще с ремонта. Я их не успела помыть. А там что-то приготовили интересное и вкусное. Смотрите, накладывают на тарелочку. Пахнет шикарно. Видишь, ведь все знают. Здесь по обоим берегам вот такие вот заваливающиеся березы. Thank you.
управлять яхтой. Стоит рядом, консультирует. Управляет Белла. Черная туча. Да, ребят, вот эта вот волосина внизу экрана, это кусочек ветрозащиты. Многие жаловались, что меня плохо слышно без ветрозащиты. А с ветрозащитой меня плохо видно. Дождь пошел. Рядом в небе смоковуем. А прямо еще вниз. Вот. Ветер вырывает камеру из рук. Смотрите, как мы вовремя ушли оттуда. Сейчас льет, просто льет. Я надеюсь, что эта тучка переходит реку поперек, а не несется за нами. И в очередной раз повернула. Очень извилистая речка. Прям как серпантин. Светит солнце теперь. Впереди у нас очередная пара буев и створ. Наверное, я за сегодняшнее видео задолбала вас этой фразой. Ну просто на свири все достаточно чинно. И не считая непредсказуемой погоды, шторма, дождя, солнца. Рассказать особенно нечего.
представлять спущенным наш флаг. Надо поправлять. Мы пришвартовались в ладейном поле. Возле такого неожиданного причала. Если честно, так мы никогда не стояли. Но говорят, что здесь у них очень сильно меняется уровень воды из-за ГЭС и шлюзов. И может подняться на метр, опуститься на метр. Поэтому такой высокий причал. И яхт-клуб еще строится. Ну, в принципе, будем надеяться, что уровень воды не поменяется, и мы не повиснем здесь.
речной клуб, Ладейное поле. Кому надо, могу сфотографировать телефон. Будете здесь проходить, можно созвониться и остановиться.